Здравствуйте, в эфире новости погоды. Расскажу о них я, Ольга Гайдавура. Спонсором прогноза погоды является магазин «Теплоэлектроцентр». Предлагает вам энергосберегающие электрические обогреватели «Степ». Низкое потребление энергии, простой монтаж, гарантия 12 лет. Электрическое отопление – отличное решение для любых помещений. Отопительные панели «Степ» для дома, дачи, коттеджа, торговых точек. С нашим отоплением вам не нужен газ. Звоните 8-917-270-52-95. В пятницу 23 сентября в Набережных Челнах днем пасмурно. Стол термометра покажет плюс 23 градуса, ночью плюс 15. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный 1 метр в секунду. Прекрасного настроения. До встречи на телеканале Челны ТВ.